Всем привет, с вами Даша. И сегодня хочу показать те инструменты, с которыми мне было очень приятно работать этой весной. Прежде всего, это, конечно же, штампы. И весна — это цветы, поэтому я очень много делала открыток с этими штампами от Alta New. Это называется Painted Flowers и Peony Scrolls. Очень здорово штампуют, очень красивый оттиск дают, и цветы обалденные. Немножко позднее у меня появились, этой весной у меня появились такие удивительные животные от Avriel. Мне очень понравилось качество этих штампов. Я уже использовала и отдельные какие-то элементы, и баннер, и надписи. Мне очень красивые получались открытки. Этой весной у меня появился Big Shot. Машинка для вырубки и тиснения, и это, конечно, восторг. Решила не включать его в это видео, потому что понятно, что это тот инструмент, который дает очень много возможностей. И у меня есть координирующие штампы, координирующие ножи к одному из наборов. И это, конечно, дает очень много возможностей. Так они выглядят. Очень здорово. И есть такая папка для тиснения, которая шла в наборе. К сожалению, нет названия, что-то какой-нибудь будет Quilted Dots from Sizzix Embossing Folder, I suppose. Оригинальное название искала, потому что меня спрашивали, так и не нашла. Ну, может быть, если вы знаете, напишите, потому что многие люди меня спрашивали. Очень классная штука, которую я себе приобрела. Это Kuritake Cik Watercolor Brush Pen. Заключается в том, что здесь есть резервуар, в который набирается вода, так откручивается, набирается вода, и постепенно, когда вы рисуете, она подается на кисточку. Кисточка такая настоящая, видите, со всеми волокнами. Очень удобно рисовать акварелей, делать растушевку, разукрашивать дистрессами. Очень удобно, мне нравится, что не обязательно хранить на столе обязательно стакан с водой. Можно взять куда-то с собой скетчбук для зарисовок тетрадь, и будет очень здорово и удобно. Ну и небольшой такой хотел показать. У меня есть чернила, та самая обычная чернила Versacolor, но цвет, вот этот лаймовый, меня очень... Очень мне нравится в этом сезоне. Я его стараюсь везде добавлять, потому что он такой яркий, свежий, настоящий весенний. Я даже заказала себе еще чернила в таком цвете. Но дай. Надеюсь, что скоро они придут и мне будет чем с вами поделиться. Спасибо за внимание. Ну и до скорой встречи.